сигнал. Два нужальні, Соші. Оце сібо забивав всіх на команду. Ну що, давай. Всіх на команду. Забив до нуга. Оце перце, по-моєму, не іграв. Единственное, что шахтеры они по-любому проиграют. Не мешают? Нет. Ну, здесь шахтеры. Ну, это Антона нельзя было отпускать, я понимаю. Антона бы это было оставить, доплатить, и нам как-то там. Надо было оставить Антона. Слима удавится. Слима не доплатит. А, Слима удавится. Слима не доплатит. Я зайду, не знаю, там дела. А Матоса чего она? Матус, такой классный полузащитник, он Донецкий в этом дефе игру делает. С его подачи, вот Шахов в четверг гол забил. Ну, на что опять не ел? Чего он его? Бабки? Там еще немного, не надо было. Ай-яй-яй! Нет, в прошлом году хорошо. И в этом году можно. Если бы остались хотя бы половина тех игроков. Бергер, Матос. Они бы прошли. Мне кажется, они не чаще распишут. Ай-яй-яй! Нельзя, нельзя! Давайте, папа!
Прямо в Києву одинок приїхав. Ось перший там. Он свіза, папа достав. Це нормально? Ну так, ну вони зараз устроєні на фіно. Вони все одно знають, що Києва не Завтра дві гри. А декрас заря завтра. Вони металіт завтра. Заря і металіт завтра. Це зірки. Молодець, тисячі. Що це таке? От этот вот раз и Ай-яй-яй!
Или завтра утром. А если что, я просто не буду. Все еще делаете это место, и занимаемся вместе 20-й день, 20-й день, 20-й день, 20-й день, 20-й день, 20-й день. Сейчас нет, это можно.
спрашивали дольки. Мы до формы, они сказали, они не видят. Главное, чтобы бычки на поле. Нет, да. Я сам не курю. Я просто сторону не знаю. Я на правой стороне. Надо тоже выбегать. Остановка. А то есть гости, да? Девочек возьми. А там, где углем дышишь, здесь вот. Под гарм, когда еще калории дышишь. Нам вообще не ест. Вообще не кушает. Опа. Опасно. Нельзя так делать, пацаны. Элементарная защита. Можно, что это. У вас же нет лишних. Нет. Это все последствия свиньи. Чего? Не кушайте свинину. Я не кушаю, это чистый воздух. Чебуреки это что-то. Там было Yeah.
Молодца! Ой, молодца!
Пацаны, проведите атаку нормально. И что? Крути под левую штангу. Крути там, где он стоит. Он хер возьмет. Хорошо, только ниже. Все было задумано классно. Ух ты! Вот три. Я считаю, что это не...
Ну что, он его выпускает, чтобы честно, не мог кричать. Выпустим Молю сразу. А сейчас будет на него орать, что он пол Федора играет. Он тут не смотри. Куда себе ешь? Где он? Ай-яй-яй, а ты где-то был? Вот что мы пришли. Куда бежишь? Обычно другого стало, чем мы. Давай, Лео, давай! Вот, блядь. Давайте туда стоим, я постояю. Стопу, мы уже два раза стоим. Но мы его будем стоить. А что, кстати, хватит? Давай, Прокинулся хорошо, а кому? Да, и с такой скоростью, да? С такой скоростью. А кому? Чтобы заснула эта передача, вот что это. Обидно. Обидно то, что Донецк один удар по воротам сделал. Только чудо. Ай-яй-яй! Игроками, мать! Стас, игроками! Давай, еще уж.
Паша, давай! Карточку на разговоры. Он его сам вызвал. Надо было ему рассказать, он же спрашивает. Он же ему рассказать и не спрашивает. Это же не тот судья. А, Сашка. Это Сашка. Слава Богу. Сашка завтра разговаривался. Хотя бы можем делать после этого. А вот! Сколько он праздновал после выдержания. То я еще вспомнил. Тренеру нечего рассказать. Вон здесь. А где он сейчас? Вообще-то где-то он сейчас играет? Он же ж по рангрению был. Он оттуда не играет. Иван Джек. Подожди! Минуты две максимум. Он в первом тайме украл 5 секунд. Что он добавил? Максимум 3. Не, он правильно украл. Слышишь, на их не атаке он остановил игру. Правильно сделал. Чувствуешь, чье поле? Они разгонялись здесь по флангу. Куда? А что там было? Ты фантазер! Абсолютно. Не спеши! Не торопись!
У них нету, у меня тут такое ракурса. Вот я не про это время говорю, я еще точно не знаю. Мусянка один раз был. Да, да. Мне мужик сказал. Не будьте любезны. Я не уверен, что всегда. Не зря он Динамо Киеве. Это после этого вот. Среды, когда сыграют. Что это такое? А ты вот там неплохо. Конечно. Не зря капитан. Паша? Что, когда гол били? Паша Кравченко. Он там Сергей. Когда гол били? Выбили! Выбили! Военка, ближе сюда, быстрее! Он их покажет. Давай! Пацаны, пацаны, тоже не плохо. Пока его не положили. Атака! Лев Парма! Гол давай! Парма! Парма! Судья! Давай! Глешник давай! Ай, блин. А не, ну светло. Не, ну мяч оставался. Ну нормально, нормально. Нормально пробил. Никаких Красиво, не, атака хорошая была. Давай, что за хрень? Зачем дополнительно? Ну будешь должен все равно. Кстати, блин, Черноморье 4-0 вы? Да, уже. Пятый. Справа, давай, справа, сделай. Леша, под бок, останься. А что они играют? Андай, под бор останься. Как взрывает? Под бор забивай. Иди под бор, иди под бор, баба. Ты посадил. Что ж ты творишь? Конечно.
Сегодня На тебе, чинарик! Да, останови, останови! Подожди, подожди, Малыша, подожди! Брутари, сразу вперед! И сразу пошел, ну, на... Атака, гол! Твою медь, а? Ты видел? Сантиметры, блядь. Ты ноги не поставил. Что, блядь? Можно было бы еще полчаса. Нет, все. Воротник лучший! Дубль Черномор. Где ж посмотришь, где ж папаша?
Я его что-то завидел сделал. А пошел уже родители-то вы? Кормить ребенка пошел? Родители. Билет, иду сюда.